Всем привет, друзья, здравствуйте. Сегодня у нас происходит уникальная эвакуация при помощи вот такого вездехода. Видите, автобус, который посажен на платформу от Урала, если я не ошибаюсь. Вот такой супер вездеход, который идет по бездорожью, нас привез. Нас, это вот эту огромную толпу людей и меня, привез сюда на причал. Причем, что интересно, здесь есть один автомобиль с номерным знаком Гена. Вот, второй от меня. Я чуть попозже вам покажу. Посмотрите, сколько людей. Заканчивается сезон, последние теплые деньки. И все едут на большую землю. Сейчас должен прийти катер, а он уже идет. О, у нас уже идет катер, сейчас я вам его попытаюсь показать. Вот он, видите? Ну, в общем, вот. Вот он. Сейчас он нас подберет, и мы пойдем в сторону города Очаков. Николаевской области. А вот и номерной знак, который я вам обещал. Видите? Скромный Геннадий на таком супер-вездеходе с шашечками такси. Ну, в общем, в этом раю экзотическом здесь есть много вот таких вот вездеходов. Джипов, посмотрите, какие тачки. Другими вы сюда не зайдете и не залезете. Вы просто застрянете. Здесь бездорожье, пески, прочая экзотика. Да, я нахожусь сейчас на берегу Днепробугского лимана. То есть это такой водоемчик, куда впадает, значит, Южный Буг и река Днепр. Моя родная, замечательная река, на берегу которой я живу, кстати. Вот. Здесь ее, собственно, устье находится, да. А если пойти в ту сторону, вот туда, если пойти, где-то, ну, отсюда это получается где-то около 7 километров или 8 в ту сторону, то можно попасть на Кенбурнскую стрелку, на оконечность, окончание всей стрелки, всей косы, где вот этот лиман соединяется с Черным морем. Вот такие вот дела. Друзья, эти и многие другие подробности о нашей планете и о всех странах, людях, традициях вы можете узнать на этом канале, если подпишетесь, нажмете на колокольчик и поделитесь этим роликом с друзьями. Не забудьте поставить лайк и написать какие-нибудь интересующие вас вопросы, комментарии и какие-нибудь приятные слова, исключительно приятные. Я отдыхал здесь практически месяц, абсолютно бесплатно, в лесу. А вот и наш катер обещанный. Вот он уже пришел. Это было незабываемое приключение, реально. Просто фантастическое. Вы можете узнать детали в соседних роликах. А катер называется «Бригадир Горич». По-украински «Горич». По-русски «Горич». У нас разная фонетика относительно буквы «Г». Вот такая вот ситуация, друзья мои. Еще раз напоминаю, подписка, лайк, колокольчик, поделиться с друзьями, написать соответствующие приятные комментарии. Что же еще? Ну вот, в принципе, все. Если вы нажмете на кнопку плейлиста, вы увидите весь список стран, которые я уже успел посетить к этому моменту. Их почти 60, если считать с повторами, транзитами и малопризнанными странами. Меня зовут Олег, я профессиональный путешественник, который странствует вокруг света уже практически 6-й год, практически без остановки и практически бесплатно. Вот такие вот дела. Впереди много интересного. На данный момент я покидаю территорию Кенбурнской косы, это Кенбурнский полуостров, Николаевская область, южная часть Украины. Всем спасибо за просмотр, увидимся на краю света. Пока.